привет! Сегодня поговорим о походных туристических кемпинговых кроватях. Начнем с вот этой модели. Имеет алюминиевый каркас, классический дизайн кровати, плотность материала 900 дин. Вес у нее 5 кг, нагрузка до 150 кг. Перейдем к следующей модели. Это уже походная модель. Она полегче, весом 2 кг. Имеет более упрощенную конструкцию, алюминиевый каркас, плотность материала также 900 дин. Сборка у нее достаточно простая. Переходим к нашей третьей модели. Это модель суперлегкая, походная кровать. Плотность материала 600 дин. Собирается она путем телескопических алюминиевых дуг. В середине у нас установлены они на перекрестие для того, чтобы добавить жесткости нашему каркасу. Нагрузка также до 150 кг.